Пустили в утиль, уничтожили несколько тонн дынь из-за нитратов. Сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности нашли вредные вещества в партии плодов, которая предназначалась для продажи на рынках страны. Обнаружили ее на одном из приграничных пунктов. В ходе лабораторного исследования было установлено, что количество нитратов в плодах почти вдвое превышает допустимую норму. Для предупреждения неприятных инцидентов специалисты призывают граждан покупать продукты только в авторизированных местах и в случае необходимости требовать документы, подтверждающие качество товара и его происхождение. Высокое содержание нитратов может спровоцировать пищевое отравление, которое приводит к различным желудочно-кишечным расстройствам пищеварительной системы.